Так, я тут заказала себе новую Еву, и вот я смотрю на нее. Это вот 70 шор. Она очень гладенькая такая. Так, это же Ева, только 50 шор. 55. Она пористая, да, тоже, но если сравнить с другой Евой, которая тоже заявляет, что не 55 шор, вот это, например, более такая гладкая. Сейчас буду проверять их на ДТ. Так, вот эти вот, в общем, это не то, что я. Это не те дроиды, которых я заказывала. Это новые дроиды, которых я заказала. Так что сейчас проверим их на качество. Мне кажется, что эти все-таки получше будут.